Я фермер Минаева Ольга Александровна. Животноводством начали заниматься с 2012 года. Мясной скот тяжело пошел, очень финансово. Поэтому было принято решение, чтобы в 2018 году заняться молочным скотом, потому что копейка каждый день. Да, с мясным скотом с этим проблематичней. Вот, в 2018 году мы завезли первую партию 22 головы айширской породы. С Вологды мы привозили племенной скот. Ну, вот так потихоньку и пошло. В процессе поняли, что есть необходимость переработки, потому что молоко гораздо дороже получается. Вот часть молока у нас идет оптовикам, то, что не продается по магазинам. Сейчас по 25 рублей. Да, так молоко там вот клиентам своим развозим, да, у нас получается 60 рублей литр. Ну, то есть это в разы. Такой финансовый объем поднять самостоятельно это невозможно, да, с 20 голов, вот, чтобы поставить молокопереработку, там, запустить корпус, дойку, увеличить поголовье. Поэтому было принято решение, что единственная возможность – это получение гранта. По-другому, никакой кредит, это невозможно. И в 2020 году мы составили бизнес-план и пошли на грант. Успешно выиграли. Вот, за эти деньги мы приобрели молокопереработку. Хотели реконструкцию полностью корпуса на 100 голов. Ну, с подорожанием, с обстановками у нас денег не хватило. Хватило только на молочный блок, где будет стоять дойка, елочка на 10 голов. Ну, был приобретен трактор, потому что кормление, пресс-подборщик, молокоохладитель на 3 тонны, сыроварня, пастеризатор на 500 литров. Да. Вот, то есть она способна варить сыры, пастеризовать молоко, плюс томить и делать там ряженку, сметану с закваской, потому что, люди многие хотят вот эту вот, как в советские времена была сметанка. И вот эта аппаратура нам поможет это сделать. Вот, плюс еще мы брали маслобойку для творога отжим. На первых этапах планируется делать пастеризованное молоко, творог, сметана, сливки и масло. Вот. А потом уже дальше просто для сыров нужно чуть-чуть побольше там, места хранения и всего остального. Пока хотим начать с этого. Сейчас у нас 71 голова. По гранту было приобретено еще 60 голов тоже айширской породы. Покупали мы уже в Ростовской области. Не получилось у нас привезти там вот с Вологды, с Питера, как раз вот со спецоперацией, да, многие племхозяйства закрыли продажи, потому что не было возможности завести скот импортный, там, закупить семьи. И вот единственное, которое было, вот мы приобрели в Ростовской области. Две партии, 20 голов мы в 21 году приобрели, и 40 голов приобретали мы в 22 году, весной 22 года. Айширская порода, но она как бы по жирности, по белку занимает как бы второе место, если вот на сыры, на сливки. Вот. Плюс айширское молоко, оно очень сладкое. Она вот имеет специфический вкус из-за вкусовых качеств. Плюс айширка, она выведена была в Шотландии, то есть она такая северная коровка. Вот. Она легко переносит морозы. Плюс, она общительная такая, мы много мониторили, много скота пересмотрели, очень довольны. И литраж хороший у них, и, первые отелы, конечно, там около 10-15 литров, первую, которую мы в Вологде брали, они у нас 40-50 литров молока, вот после отела они дают. Мы вначале, когда ее приобретали, не знали про вкусовые качества молока, да? Но когда уже купили и стали доить, пробовать, то есть разница между обыкновенной, нашей коровой, которую мы тут привыкли молоко пить. Хотели мы еще дополнительно взять джерсирскую породу. Вот, и изначально, когда мы писали грант, мы хотели тоже покупать импортный скот. Не получилось. Начинали большую часть с мужем. Вдвоем дочка старшая сейчас учится у нас на ветеринара в Константиновске. Вот. Она после 9 класса поступила на ветеринара. Сейчас она на втором курсе учится на ветеринара и поступила параллельно на заочно на зоотехника. Вот. Так что у нас растим своего специалиста.
Наталья Глуховская, Белокалитвинский район. КФХ моя основана в 2015 году. В 2016 я уже являлась грантополучателем, как начинающий фермер в размере 1,5 миллиона, тоже на развитие молочного животноводства. На что было приобретено поголовье, транспортер навоза удаления и емкость для хранения молока. Что и послужило развитием и привело к тому, что в 2020 году мы получили грант на развитие семейной фермы молочного направления уже с последующей переработкой молока. Размер гранта семейной фермы 28 миллионов, а общий проект на 36 миллионов. На что построен корпус коровника, приобретено оборудование по переработке молока, приобретена сельхозтехника, трактор, кормораздатчик и, соответственно, увеличено поголовье. Порода айширская порода, именно она молочная, с высоким процентом жирности, что и нужно для приготовления сыров, там, творогов. И неприхотливая, мало ест, она сама по себе небольшая коровка. Вот поэтому выбор пал на нее. Как домашнюю корову, вот так мы и кормим, да, у нас ячмень, кукуруза, все, смесь такая. Сено, понятно, всякое, по их состоянию, стельности там и так далее. И луговое, и спарцет, и все такое, добавки даем, тыкву. Пасутся, именно пасутся, полгода они у меня. Пастбища прилегают как раз к территории, 60 гектар, нам этого тоже хватает, в принципе. Потому что если переходишь на силоску с молока, это совсем другое. Это уже получается продукт не тот. Вот у нас начало такое было. А, фермерское? Ой, я не хочу. Это, в общем, стадия, смешанное молоко, это не домашнее, это. И поэтому мы не хотим. Силос меняет и вкус, и все. Вот такое содержание. Самое, наоборот, обычное, самое домашнее, чтобы оно было похоже на домашнее молоко. Пусть это будет... Это же не агрохолдинг, это именно семейная ферма. Поэтому пусть это будет немного, на мой город хватит. Ну почему начали? Когда-то меня угощали банкой молока, дети были маленькие, и мне было неудобно брать эту банку молока бесплатно. Я попросила завести у них корову. Завела корову, потом они сказали, хочешь, заведи вторую. Так дошло до 10 коров, да. И это он частник в деревне. Потом он нанял, кто будет доить, но раз доит 2 коров, пусть доит 5 коров. И так дошло, я же говорю, до 10, до 12. И вот потом пришлось с ЛПХ переходить в КФХ, приобретать ферму. Вот старое здание у нас есть. Ну, оно и дало толчок, понимание, что нам нужно, навоза удаления, куда девать излишки молока. Так мы пришли к переработке. А сейчас вот хотим перерабатывать именно по... всем санитарным правилам, нормам, декларации, сертификации своей продукции. Тем более сейчас такой обстановкой, я думаю, это не думаю, я просто знаю, это востребовано, но уже в большом спросе наша продукция. Да, как я уже говорила, излишки молока мы перерабатывали, что и привело к желанию закупить именно оборудование, такое же производственное, да, промышленное. И тоже мы упирались в то, что на грант можно было покупать оборудование, а куда его ставить, это нигде не прописано. Поэтому мы добивались, чтобы разрешили именно приобретать такие модульные цеха. Помощь к этому подключили все министерства и центр компетенции. Писали письма на Москву, что разрешить приобретать, потому что это здание считалось же не капитальным строением. Но добились мы этого, и поэтому... как бы сейчас вот будем перерабатывать. На данный момент уже готовы у нас все документы, сертификация. Само оборудование – это пастеризатор. Первым делом пастеризуется молоко. Это сыроварня. Хочешь творог делай, тут хочешь сыры. Ну, творожная пресс-тележка. Что я к чему это стремилась? Допустим, на данный день это все делается бабушкиным способом. Да? Там творожок там, в марлечку, да, и подвесил мешочек. А теперь я вывалил пресс-тележка. Термошкаф для изготовления йогуртов, квашеного молока. На данный момент это вот это самая моя первая мечта была, потому что квашеное пользуется вообще большим спросом. У меня получается каждый день эта кастрюля кипит, каждый день это одеялко, закутываешь по этих 40 стаканов, там по 50 больше не влазит. А то теперь тут чик заквасил 6 часов и готово, можно, да, 2 партии за сутки делать.
Вот рядом холодильник, все рядом, мойка, все как положено по санитарным нормам. Все, я и уперлась когда-то в моя деятельность, что надо было раздевалку, мойку иметь там. Когда начинаешь, да, вот первый грант был. Вроде там первый год, второй, все нормально. На третий надоедает все это оформление, бумаги и так далее. Понимаешь, что ты, я же говорю, ну развиваешься, молоко некуда девать. Все, думала, все, не надо мне ничего, закругляемся. Будем мясное, пусть будут быки и чуть-чуть молочка на каждый день там на зарплату, да. А за это время получилось, наработали, наоборот, клиентов. И я не думала, что меня именно затянет, наоборот, переработка и вот спрос продукции, да, и получается у меня как бы живые деньги каждый день. И я, наоборот, вышла на то, о чем я не планировала, но это так втянуло, что я замахнулась, да, на большое. Ой, планы, я же опять говорю, я не пытаюсь там быть агрохолдингом большим, вот хватит, фирма семейная, пусть все будет лучше, мало чисто, по крайней мере, и, ну, качественно. Я вот к этому, ну, пока не знаю, к 24-му году, вот, чтобы 100 голов доилось, это все-таки постабильнее будет. Разделить их по отелам летние-зимние, получается круглый год молоко и, ну, стабильно. Пока хватит, не знаю, куда меня понесет дальше, может, и понесет. Я уже не ручаюсь за себя.